Появляется все больше видеосвидетельств, что это результаты работы украинской ПВО. Вот оттуда вылетело, я это прям все видел и сюда упал. А вот на этих кадрах четко видны два очага взрывов. Один от российской сбитой ракеты на дороге и второй от украинской противоракеты в доме. Впрочем, на Украине вряд ли будут анализировать неудобную информацию. Виновные, как всегда, назначены заранее.